приветствую и буду кратце, потому что уже не повторюсь. Историческое значение Шаканской битвы для Армении и армянского народа. Кавказ и Закавказье были и остаются важным узлом национальных и религиозных противоречий, жестокого военного и политического противостояния, участие в котором вынуждена принимать и Россия. К концу 18 века Закавказье было разделено между Османской империей Турции и Сефевидским Ираном. Под турецким контролем находились Западная Грузия и основная часть Армении, под персидским – Восточная Грузия, Восточная Армения. В первой четверти 18 века усилившееся российское государство активизировало свое проникновение на Северный Кавказ и Закавказье. Ее естественными союзниками оказались христианские народы Кавказа – грузины и армяне. Персия не смирилась с потерей большой части Восточного Закавказья после 1804-1813 годах русско-персидской войны. После Гюлистанского мира она еще более сблизилась с Великобританией, союзный договор 1814 года и развернула антирусскую агитацию. Под давлением наследника персидского престола Аббас Мирзы Фетхали Шах отверг российское предложение Мисия Меншикова. И в июле 1826 года персидские войска без объявления войны перешли границу, заняли Елизаветполь и осадили Шушу. В начале августа 1827 года персидская армия вторглась в Восточную Армению и, соединившись с войсками ереванского сердара Хусейн-хана Каджара, осадила Ишмиадинский монастырь. 17 по новому календарю 29 августа 1827 года в ходе русско-персидской войны между армией Аббас Мирзы и русским отрядом генерал-лейтенанта Афанасия Красовского произошло и Ошаканское сражение. По сведениям источников разных, общая численность войск Аббас Мирзы и сердара Хусейн-хана составляла 30 тысяч человек. Русского отряда, по разным данным, состав был 3 тысячи человек, до 3 тысячи. Генерал Красовский оказался перед нелегким выбором. Его лагерь располагался в 37 километрах от Ишмиадзина. Звуки пушек, бьющих по монастырю, могли доноситься и до его лагеря. Сведения поступали далеко не самые благостные. Решающим для Красовского стало известие о том, что продовольствие в монастыре на исходе. И он выступил на помощь, несмотря на десятикратное численное превосходство персидской армии. Сумел пробиться сквозь заградительные кордоны противника, после чего ту же ночь и осада была снята. Аббас Мирза решил инсценировать отступление, чтобы заманить русские части в ущелье, а затем уничтожить перекрестным огнем орудий. Красовский сразу разгадал маневр противника, однако приказал наступать, ведь промедление грозило сдачей Эчмиадзина. Самый разгар битвы уже армянин Ако Парутюнян, господин Канехачатрян, уже сказал, как героически из английского производства орудия повернули и открыли огонь. Они, вот ереванский сердар Хусейн-хан приказал выколоть Арутюнову глаза, отрезать нос, губы, уши и пятки, после чего последний был брошен перед монастырем среди погибших. Однако он все-таки остался жив и был награжден. И получал. На протяжении всей битвы находившиеся в монастыре переживали тяжелые минуты. С колокольни монастырский инок отец Иосиф с ужасом следил за тем, как 2000 русских воинов бились окружающие 30-тысячной армии самого Аббас Мирзы. Во время битвы эчмиадзинский архиепископ Нерсес Аштаракети, будущий католикос всех армян, вздымая вверх монастырскую реликвию, римское копье, обогренное кровью Христа, вместе со своей паствой молился за победу русского воинства. После прошедших боев русские вошли в монастырь под колокольный звон и молебные песнопения. Эчмиадзинский архиепископ Нерсес Аштаракети обратился ко всем приветственной речью. «Горсть русских братьев пробилась к нам сквозь 30-тысячную армию разъяренных врагов. Эта горсть стяжала себе бессмертную славу, имя генерала Красовского
останется навсегда незабвенным для летописях Эчмиадзина. Общее число погибших и раненых в той битве Красовский в своей реляции выводит 1131 воинов из русских, неприятельская потеря простирается до 3000 человек. Прочитав отчет об Ушаканском сражении, его высочество Николай I собственноручно написал: «Столь смелое и удачное предприятие заслуживает быть причислено к достопамятнейшим подвигам храброго русского воинства. Дать Красовскому орден святого Владимира второй степени и это событие занести в календарь». В 1833-1834 годах по инициативе католикосов всех армян Ефрема I и архиепископа Нерсеса Аштаракетси на средства монастыря и местных жителей в честь битвы был установлен памятный обелиск. Итоги и значения Ушаканской битвы. Итак, в апреле до Ушаканской битвы 1827 года русские войска под командованием Паскевича осадили крепость Ереван. Это была очень амбициозная цель. Крепость считалась едва ли не самым мощным укрепсооружением у персов. Ее дважды пытались взять, но безрезультатно. После Ушаканской битвы взятие крепости Ереван стало возможным. Второе. Русская армия, будто вдохновившись, сделала успех за успехом. 1 октября 1827 войска Паскевича взяли Ереван. 14 октября силами небольшого отряда был взят Тавриз, фактически вторая столица Персии. Далее настало время переговоров, и в феврале 1828 года был подписан Туркменчайский мирный договор. Все прежние завоевания России были подтверждены. Кроме того, империи отходили Ереванские и Нахичеванские ханства, а Персия обязывалась выплатить значительную контрибуцию. Третье. Так что жертвы Ушаканской битвы были не напрасны. Благодарность армян велика, а нравственная значимость этого подвига огромна. Четвертое. Спаслось всеармянский христианский центр Святой Эчмиадзин. Пятое. Укрепилось русско-армянское воинственное братство. Шестое. Христианские народы Восточной Грузии и Северо-Восточной Армении избавились от религиозного гнета и получили возможность сохранить свою этнокультурную самобытность. Седьмое. Закончательное. Восточная Армения после 26-28 годов войны стала центром армянской идентичности. Спасибо за внимание.